Видите, здесь бордюрчики. Эти бордюрчики ведут к фонтану. К фонтану, который не работает. Вот. Однако, у этого фонтана стоят вот такие вот столбы. Сейчас я более подробно вам отсниму их. Звезды на них выбиты. Вот судя по этой трещине, можно понять, какой толщины эта труба. Прилично. Так вот, столбов таких 4 штуки. О, даже больше. Где-то там еще 5-6. Вот. А вот сам фонтан. Работал он, не работал. Я, к сожалению, вам сказать не могу. Единственное, только могу его показать. Вот точно такой же столбик. Там вот вдалеке еще один стоит. Вот там за деревьями еще один стоит. Вот этот, к сожалению, он разобранный. Вот так вот. Ну и по кругу вот такие вот деревца стоят. Что это такое здесь было? Для чего это было? Ничего не могу сказать. Но делали, судя по всему, раз и два. А может быть, два и три. И только уже потом сверху устанавливали. Ну, не знаю, работал он или нет. Такой вот интересный фонтанчик. И столбушки тоже интересные. Все, больше нет тут ничего. Вот как залито это все было тут. Монолитно. Сильно.